Доброе утро, ребята. У нас утречка, все проснулись. Мухи так и норовят залететь к нам. Знаете, у нас кондиционер там работает, знаете, так комфортненько. Сюда выходишь, уже тепло, такой влажный более воздух. И вот, в общем, мы проснулись. Есть такое непонятное ощущение, что мы все-таки спали практически чуть ли не на улице. Ого! Ого! Прямо на отрыве. В общем, что-то в этом есть. Проснулся, залез, покупался. И все-таки свое хозяйство оно дает о себе знать. Нам пришлось перед тем, как залезть в бассейн, взять... Где эта штучка? Вон она. В общем, пришлось почистить бассейн от листиков, от всякой фигни. Холодная. Так, здесь все? Все, это максимум. Кстати, как спалось? Тараканы не снились всю ночь? Нет. А Кате снились всю ночь тараканы. Доброе утро. Вечер был такой волнительный и так все непредсказуемо как-то. А утро началось так хорошо. Девчонки со Славой в бассейне купаются. Я сейчас буду смотреть на них и готовить завтрак. Так интересно, какие-то ощущения такие новые. Ни разу такого не испытывала. Ну и вот это уединение с природой вечером как-то казалось страшно, было боязно как-то. А сегодня утром нормально. Утром нормально. А вечером, когда ничего не видно, тогда и ненормально. Давай, раз, два, три. Ну давай, самая маленькая бомбочка. Ой! Смотрите, какая у нас красота получилась. Мам, мы будем жарить такие тосты. Сырик. Молодцы. Няма-няма, просто супер. Спасибо, мам, за яичницу. Спасибо, мама. Пожалуйста. Спасибо, мама. Ребята, и сейчас мы идем на крышу, и мы сейчас поднимемся. Вот наша крыша. Можем тут устроить барбекю, да? Вот. Тут у нас вот так вот. Тут... Ой, папайя тут у нас. Где? Смотри. Ой, и правда, у нас тут есть папайя. Только она еще очень маленькая. Да, совсем такой манюфилкой. О, тут тоже река течет с этой стороны. Мам, только круто. У нас сегодня такой бегемотский отдых. Сегодня целый день провели дома. И сейчас, в общем, пообедать поедем в кафе, которое рядом находится. Девки накупались, они так устали, кстати. В общем, да, будем отдыхать, осматриваться. Закрыли все двери. Девчонки решили зонтики взять, чтобы от машины до дома можно было дойти. Не под дождем. Они такие уставшие, они сегодня полдня в бассейне провели, да? На улице, вы знаете, так жарковато. Солнышко, наконец-таки, да? Смотрите, какая виллочка красивая, трехэтажная. Здесь, кажется, иностранец, что ли, живет. Смотрите, как обрабатывают рисовое поле. Такая чача вообще, ужас. Он прям ехал на этом танке. Он прям встал, да, на плуг и прям ехал. Вот, такой. А эти там что-то сходят, собирают. Цапли. Журавли. Или журавли. Цапли или журавли? Журавли, наверное. Напишите нам, что это. Недалеко от нашего с воротами на нашу виллу. Здесь такой магазинчик небольшой. И, в принципе, все необходимое, такое экстренное, наверное, я бы сказал, бы есть, да? Смотрите, ребята, какая. Вероника везде собачек найдет. В общем, здесь какие-то чипсы.
сигареты, мороженое есть, химия, яйца есть, мячи, попкорн, ой, чипсы, да? Привет. А я уже успел забыть. Привет, собака. Это заяц. Это заяц. Здесь какая-то заморозка, но это, видимо, личная. Тут они что-то вот готовят, я так понимаю. Опа, смотрите, они там что... Как склад у них какой-то такой странный. Здесь есть напитки какие-то, соки, пивасик, чипсы опять. Что-то прям снеков очень много. Масло, соусы, лапша. В общем, такое вот необходимое на первое время, как говорится. И что-то еще даже ракетки есть, вон, смотрю. И в холодильничке он что-то имеется. Все. В общем, вот так вот. Ладно, пойдемте. Красота здесь, конечно. Нам, в общем, предложили сесть вот за этот столик. Девчонки сразу же согласились. Ботинки надо снять и где-то здесь поставить. Эх, черт возьми, фейл. Девочки мои расположились изящненько, максимально постарались сесть. О, тут есть сейчас милкшей. Папа полез неизящно. Не знаю, папа сейчас по-турецки будет сидеть. Беседочка, не рухнет ли со мной? Ребят, так, давайте, что-то мне страшно. Давайте вот сюда. Да, центр тяжести маленько сместите. Нет, я вообще здесь вообще как литой. Слушайте, это настолько все необычно для нас. Мы впервые кушаем вот за таким столиком. В такой милой беседочке, так назовем ее. А тут еще где-то свет включается. Ну, так как здесь сейчас светло, нам не нужно. Ну и как вам такое вот расположение? Вот так вот сидим. В общем, по непонятным причинам нам принесли мороженое в начале еды. Перед едой, в общем, перед основной. Два ванильных мороженых мы заказали с Полинкой. И нам принесли. Видимо, здесь положено... Ну, здесь, видимо, это нормально. Есть десерт перед приемом основной еды. Немножечко удивительно, на самом деле. И вот мороженое вроде бы стоит, но дождаться блюда, но оно растает, понимаете? То есть придется его есть сейчас прям. Коля, я не знаю, как ты, но я приступаю. Предлагаю в следующий раз, когда мы будем заказывать десерт, после еды его заказать. Окей? В общем, ребята, мы распрощались с нашим мороженым. И нам принесли наш заказ. У Кати, в общем, такая курочка с рисом с острым соусом. Оформлено все в наилучших местных традициях. У меня рыбка зажаренная. Такое ощущение, что это все разогревалось, мне кажется, да. Но это не точно. Выглядит вкусненько. У детей просто сногсшибательная какая-то вообще... Карбонара. Карбонара с таким соусом шикарным. Посмотрите. Не жадничай. Алло. Смотри, она не дает. В общем, берем наш соус острый. Вот так вот укладываем на рис с луком. Вот так вот это берем все вместе, наверное, да? И, кстати, цены, ребята, вообще. Цены 20 тысяч, 25 тысяч, 18, 15 тысяч, 5 тысяч. Очень дешево. 5 тысяч – это рис. Это рис. Маму сел попугай. Ого. Да, а потом... А теперь он живет у нас дома. Да, Ваня. У нас дома попугай, мы его к вам в ванну посадили. Да, нам нашу ванну, детскую ванну. Ого. Да. Ну он ручной, он прям прыгнул на меня. Маленький? Да. Ну да, попугайчик. Смотри, очень классно. Ребята, и мы сейчас идем домой. Папа, мама пока что заплачивает. Оплачивает. А потом мы пойдем домой. И у нас там в нашей детской ванне будет попугай. Куда они пошли, а? Вкусненько, мне очень понравилось. Посмотрите, какое место шикарное. Вот мы там сидели, кушали. Мы с Вероникой так вообще расслабились, пока они ходили за денежкой, пока там их попугайчик встретил. Мы с Вероникой вообще легли, лежали, играли, да? Спишь? А мы смотрели попугаев. Да. С ними
играли даже. А мы сейчас пойдем посмотрим, что за попугай, если он не улетит еще. Смотри, он такой, типа как танцевал, так. Слушайте, дождь. Каждые 5 минут идет дождь. Вот опять сейчас моросит дождик. Увлажняемся, короче, мама, слышишь? Увлажняемся по максималке. Девочки, Bye-bye. Скажите до свидания, Сию. В общем, милые такие женщины. Да, очень милые. У нас, ребята, вышло 246 тысяч. Шикарно. Ну, мы что-то заказали сначала по 3 блюда, потом нам показалось мало. Что там, десертов? Мы потом еще заказали 2 блюда. 2 бутылки пива еще взяли. Блин, я буду сюда приходить. Да. Милое такое местечко, очень такое напитанное местным колоритом. Да. И недорого. И очень вкусно, кстати, вот это важно. Сейчас мы, в общем, направились домой. Будем дома расслабляться, а завтра уже будем планировать какие-нибудь рисовые поля. А завтра рано-рано встанем и поедем на рынок, да? На рынок. Я так хочу рынок. Продуктами закупаться. Я хочу овощи, фрукты, свежие. А я хочу, вы знаете что? Я хочу купить мангал и угли. И хочу в своей собственной вилле, которую арендую, ладно, окей, так уж и быть. Пожарить барбекю. Вот. Вот такие мысли. Кстати, здесь, вы знаете, мы проходим, здесь вот есть вот такие вот виллы, есть вот крыша вот эта виднеется, это гостиница. Да, там же есть и спа. Можем на самом деле сейчас подойти, спросить, сколько, что, почем. Еще дальше маленько проехать по дороге, там тоже есть спа. В общем, вон наша машина виднеется. Оттуда мы пришли. Посмотрите, ребята, здесь ресепшн. Да-да-да, очень красивый. Здесь вот, смотрите, номера. Катя пока узнает цены, я решил маленько поглазеть. Смотрите, проход именно вот в номера вот через вот такую вот, через такой мостик, смотрите. А там прям обрыв такой, и речка местная протекает. Ну, там, в общем, вот это все номера, и еще выше-выше есть. Ну, вот этот момент прям необычно, на самом деле. Постоянно шум воды будет доноситься в номер. Не знаю, такое, кто любит именно. Цены очень приятные, но надо заказывать заранее. Сегодня уже все расписано. Серьезно? Да. О, у них TripAdvisor, видела? Смотри, Славочка. Да. Балийский массаж 275 тысяч 90 минут. Ну, в принципе, это же нормально, недорого. Не то, что мы видели с тобой, да? Да. Показывай. Вот оно тут прямо. Прям в ванной. Ванной вы закрыли, что ли? Да, но мы не стали. Вдруг что-нибудь тебе компьютер поклюет. Заклюет мой компьютер до смерти. Оставь ключи здесь. Свет включить, подожди сначала. О, она там что-то пищит. Ну, конечно, он боится. О, нифига он говорит. Я скучал, скажи, по вам. А как ты залез, дружище? Смотри на него. Куда залез? Сюда. Мы его сюда посадили. А он был где? В номере? На улице. Подожди, так нельзя. Не надо. Мама, дай погладить. Или зеркало. Давай погладить. Слушай, ну он боится. Давайте его пустим. Боится, конечно. Смотри, мы спокойные, он не боится. Да полки, говорит, не хочет он к вам, он вас боится. Вот. Так еще звуки издает такой. Бабо. Бабо. А прикинь, как давай по мне неожиданно топтаться. Естественно, я напугалась. Я хочу его покормить. Присядь, пожалуйста. Кушает, не? Угу. Он, бедняга, только успокоился, девчонки. Папа тебя кусает. А он его кусает.
За ухо. Что я тебе сделал? За шею меня укусил. Ну, я же не могу. Вот такие гости у нас. Слушай, ему все-таки нравится, видимо. Ему нравится. На ком-то сидеть и подсвистывать. Птичка знакомится с моим инстаграмом, пожалуйста, ребята. Если вы еще не знаете, что у нас есть инстаграм, подписывайтесь на инстаграм. Наш друг новый знает уже о нашем инстаграме. Да. Ты подписался? Ну-ка, сядь ровненько. Ты счастлива? Сейчас она тебе там... Сейчас волосы там что-то тебе подстрижет тебе сейчас. У девчонок счастья нет предела. Слушай, а он ест их. Он откусывает. А, отрывает. В общем, это животное даже не собирается от нас улетать. Мы тут делаем свои дела. Вот сейчас Слава чистит бассейн. Девочки решили покупаться на ночь глядя. А почему бы и нет, да, мам? Да, почему бы и нет. Пусть купаются. И Кеша сидит у папы на голове. Ой, самое главное, бы не накакал бы. Привет! Посмотрите, у нас Кеша еще какой забавный. Танцует еще, давай. Начищи меня. Смотрите на него. Я ухожу, главное, делаю это. Спать он танцы устроил. В общем, девочек уложили спать, сами тоже пошли спать. Время 10:30. В общем, ему все не имется, он все танцует. Интересно, как вы думаете, улетит он за ночь или не улетит? Ну ладно, давай. Пока. Надеюсь, тебя завтра увижу. Весельчак.